Итак, смотрите, сейчас я вам покажу, от чего ломается мясорубка Мирта. Итак, я ее уже разобрал. Вот так вот она выглядит внутри. Это наша мясорубочка. А проблема в том, что вот здесь вот вырывает вот это вот крепление. Крепление патрубка, то есть вот эта гаечка должна быть вот здесь вот. То есть нужно менять вот этот вот блок пластмассовый. Вот. Получается вот этот вот винтик, который мы крутим. Вот он. Вот этот. Он не прижимает. Не прижимает на вал. Нашу всю вот эту конструкцию, куда мы засовываем мясо. Пластмасса, в общем, Китай. Так, ну а для того, чтобы избавиться от нашей неприятной неисправности мясорубки, нам необходимо вот этот болтик каким-то способом закрепить вот здесь вот нарушенной пластмассовой оболочки. Я попробую сейчас это сделать с помощью суперклея. Конечно, вариант, скажем так, не очень, но попробуем. Так. Сейчас я. Суперклей, ну вот я взял вот такой вот минутка. Возможно, у вас есть какой-то другой. Работать с ним нужно очень осторожно, аккуратно, потому что, сами понимаете. Так, пробуем. Заливаю клеем, стараясь не попасть на вал и остальные части. Просто заливаю. Получается, клеим железо к пластмассе. Все, думаю, этого хватит. Вообще, теперь нужно его как-то придавить. Сделаем это вот таким вот способом. Берем отверточкой, давим. Держим несколько секунд. Ну, пожалуй, все. Я думаю, такая небольшая мелочь с помощью суперклея поможет нам ремонтировать нашу мясорубку. Насколько хватит такого ремонта, я вам не скажу, но думаю, на некоторое время хватит. Все, всем удачи, до свидания.